И всем привет, сегодня с вами Альбер, и сегодня, ребята, я сравню Power Rangers с реальной жизнью в мобильной игре под названием Simulator Family 2. Так что обязательно присаживайтесь поудобно, принесите себе чайку, вкусняшки, ну а давайте, мы уже не будем томить и начинаем. Кстати, дружище, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, а мы уже и начинаем. Как видите, на первой фоточке ВАЗ-2107, конечно, врезался в стоп, ну давайте проверим, как это будет выглядеть в игре. Ну что, взял тачку у дяди Ахмеда, и теперь можно и похасанить, и подрифтить, и покайфовать на Жигули, просто с кайфом. Ну что, дрифт, давай бачком, ууу, ребята, чё за дрифт, давай бачком еще раз, да, ууу, ребята, чё за дрифт, а что, нет, не то тормоз не работает, что делать, тормоз не работает. Уж, ребята, если сблизи посмотреть, как будто, конечно, это бы произошло жестким, но если издалека, ну как будто ее даже починили. Но ладно, давайте перейдем к следующему, конечно, ДТП. Как видите, на этой фоточке Нива врезался в стоп. Ну давайте проверим, как же это выглядит, конечно, в игре. Взял патиную тачку, теперь можно поехать на поход, поотдыхать, пожарить шашлыка на горах, конечно, на внедорожье и повнедорожить на этой Ниве. Чего за просто красивое мясо? О, мне кто-то написал сообщение, давайте прочитаем. Ой, нет, подождите, что? Да, ребята, здесь получше, конечно, чуть-чуть повреждения, да, чуть-чуть разработчикам придется чуть-чуть поработать над повреждением, и тогда будет повреждение в игре просто на высшем уровне. Тогда мы переходим к следующему повреждению. Как видите, на первой фоточке девятка влетела прямо в дерево, и давайте посмотрим, как это вообще будет выглядеть в игре. Ну что, взял батиную тачку, похасанить, батиную тачку, чтобы похасанить, давайте сядем в тачку и похасаним, заводим нашу тачку и поехали хасанить на этой тачке, выезжаем просто из города, так, почему тормоз не работает, ой-ой-ой, тормоз не работает, ой-ой-ой, нет. Тут видно некоторые повреждения, ну а так, ой-ой, что тут происходит, ой-ой-ой, вот сравните просто это с этой. На этой фоточке прям влетела в стоп, давайте посмотрим, как это будет выглядеть в игре. Взял у друга тачку, чтобы похасанить и посуетить и сделать нас на природе просто очень крутой дрифт и посуетить на этой тачке. Делаем суету на природе. Газуем максимальную скорость ставки пол, а нет, тормоз не работает. Да, уже тут получше, конечно, повреждение, но все-таки разработчикам советую чуть-чуть поработать над повреждением. Мы переходим к следующим повреждениям. На этой фоточке Лада высоко туда врезался, но я не знаю точно куда, так что давайте проверим, как это будет выглядеть в игре. Взял Лада Весту у автосалона только что в кредит и сейчас на нее похасаню. Тачка едет вообще офигенно и вообще очень круто едет тачка. Вообще офигенно едет тачка. О, мне кто-то звонит, давайте посмотрим, кто звонит. А, нет! Да, ребята, тут повреждение получше, и как бы вы понимаете, что вот здесь вот мне кажется, что разработчики, конечно, вот здесь прям поссорились над повреждением, и здесь просто повреждение получилось идеальным. Ну а если понравился ролик, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, когда под этим роликом будет очень большая, конечно, активность, то я сниму уже третью часть про этот, конечно, вот эту рубрику, если увидимся тогда, дружище, в новых роликах, с ним до скорой встречи, и всем пока-пока.